есть я не нападал на сотрудников. Ну, ДПС и никого бить намеренно не собирался. А почему же вдруг он получил травму, если вы не собирались? Понимаете, это как бы произошло случайно. Он меня ударил, я случайно его ударил в ответ. И сам этого в ту же секунду испугался, что я так сделал. Уже сделано, что сделал? Придется отвечать. Угу. Я не скрывался ни от кого. Ну а почему вас задерживал сотрудник полиции? Я просто решил уйти. И все. От кого уйти? А сотрудников, уйти спокойно, спокойно не получилось, как бы пришлось бежать. Потом пришлось, как бы, потасовку как-то, не знаю, объяснить. На улице Скворцова-Степанова нарядом ДПС был замечен водитель скутера, который передвигался без мотошлема, вообще без мотошлема. Соответственно, наряд ДПС среагировал на нарушение, попытался при помощи СГУ остановить данное транспортное средство. Водитель на неоднократные требования сотрудников ДПС не реагировал, то есть пытался, предпринял попытку скрыться во дворовой территории. Соответственно, во дворовых территориях, улица Скворцова-Степанова, дом 20. Данный водитель силами наряда ДПС был принужден к остановке, то есть, образно говоря, при помощи патрульного транспортного средства. При, соответственно, попытке задержания данного гражданина, то есть применил в отношении сотрудника ДПС физическую силу.